7-4-2. Без доказательства. Норма в линейном нормированном пространстве Е рождается каким-то скалярным произведением. Е, неважно над каким числом, полем, C или R, тогда только тогда, когда выполняется равенство параллелограмма. Раз я поговорил про древние письмена, я перехожу на такие пиктографические значки. Это параллелограмм. Если бы было вот так, это был бы ромб. А так это параллелограмм, каждому ясно, что эта сторона вдвое меньше. Это правда? А именно, для любых элементов x и y этого пространства норма x плюс y в квадрате плюс норма x минус y в квадрате равняется 2 нормы x квадрат плюс 2 нормы y квадрат. Замечательность теоремы в том, что, хотя ее доказательство скучное и длинное, просто предъявляется в явном виде. Например, в вещественном случае Е, я формулу пишу, в комплексном случае она чуть более затейливая, я, чтобы не делать ошибок нам сами, ее писать не буду. А тут получается, что будущее скалярное произведение есть норма x плюс y квадрат минус x минус y квадрат поделить на 4. Я эту формулу тоже написал в прошлый раз и говорил, что с ее помощью можно на самом деле заменить запоминание таблицы умножения, которая в школьных тетрадках раньше предпринималась, умножением квадратов натуральных чисел от 1 до 19. Потому что когда x плюс y я беру, там до тех примерно границ доходит, ну и все. Надо перемножить два числа. Вычел квадрат радости из квадрата суммы и разделил на 4. А на 4 я уже всем объяснял делить. На целом можно, если ты знаешь, можно, если ты знаешь, что оно делится. Все. Очень симпатичная теорема. Причем в окончательном ее виде создавали такие люди, как фон Нойман и другие. И было это уже в 1930-е. А мы чем займемся? А у нас сейчас появится теорема 4.3, которая является главной теоремой этого раздела. Я уже вот цитировал здесь и на семинаре. Люди, занимающиеся математической физикой, по-настоящему считают ее самой ценной теоремой функционального анализа. Ну, для них функциональный анализ, в первую очередь, это Гильбертово пространство и разные вариации. А вот в жизни Гильбертово пространство, сейчас видите, что это теорема. Пусть H – это Гильбертово пространство. Не спрашивайте больше, что такое ГПР. Так, виноват. А то потом забуду. Вы же понимаете, что это. Это книга Смаляна. Как же называется эта книга? В переводе Данилова. Замечательно. Вот. Пусть аж Гильбертово пространство. М ваш. Вот пространство. То есть замкнутые алгебраические и топологические множества. Техническое определение. Внутри прям формулировки даю. Для любого множества S ваш, не обязательно даже Гильберта, можно и Евклидова, назовем аннулятором почти как аннигилятор. Множество, значок ортогональности такой, множество всевозможных игр из H таких, что скалярное произведение с маленькой y равняется нулю для любого с маленького и с большого. Упражнение к определению. Первая часть. Аннулятор S такой же, как у линейной оболочки и даже как у замыкания линейной оболочки.
А еще одно упражнение, оно же утверждение. Назовем его два, а это один. Аннулятор S – это подпространство. То есть замкнутое и относительно линейных операций, что почти очевидно, и относительно операции предельного перехода множества, что тоже очевидно. Смотри, непрерывно скалярное произведение. Все, я решил упражнение, я доказал утверждение, этим мы всем воспользуемся. Так вот, я продолжаю теорему. Теорема говорит, что тогда H раскладывается в ортогональную сумму M и его аннулятора. И по этой причине многие называют аннулятор просто ортогональным дополнением. Но это верно только вот если дополняем мы подпространство. А если это просто какое-то множество берется, то, понятное дело, что никакого разложения вообще говоря не будет. Вот у вас в линейной алгебре когда-то была замечательная теорема. Пусть H – это конечномерное линейное пространство, M – это линейное подпространство, ну, тоже конечномерное. Тогда найдется такое линейное подпространство другое, что в виде прямой суммы этих подпространств получается все наше H. Была такая теорема. В конечномерном мире… Здесь очень важно, что это не только прямая сумма. Я иногда буду писать вот такой значок. Ну, его кто употребляет, кто нет, в книжках я имею в виду. Что это не просто прямая сумма, это ортогональная сумма. Вот я весь мир разбил на два куска. И вот ценность этой теоремы сразу же полукнет для матфизиков и близких к ним. В чем? Если я беру, например, самый сопряженный оператор, который на варианте на куске M, на подпространстве, то есть А – это линейный ограниченный оператор, что такое сам сопряженный сейчас не важно. Если он для любого элемента x из m большого дает элемента x тоже из m большого, то на ортогональном дополнении он тоже инвариант. Он тоже инвариант относительно этого. Понимаете, вот когда-то вы, когда доказывали всякие теоремы, строили там байсы, собственно, и так далее, вот здесь такое клеточное разбиение, оно вот является сущностью просто Гильбертова пространства. Но вот обратите внимание, что можно было бы поставить задачу так. Вопрос. Есть E, в нем M. Это линейно нормированное пространство, а это подпространство. А можно ли найти M2, подпространство такое, что E распадается в прямую сумму, раскладывается в прямую сумму M1 и M2? Что вы скажете? Что ваша интуиция говорит? Я вас приветствую. Дмитрий. Это так называемая проблема дополняемости. Вот в линейной алгебре я не случайно это вспомнил. Там такой результат, который переносится на любые бесконечномерные пространства с помощью базиса Гамеля, аксиомы выбора и прочих хитромудрых штук. Доказывается, что в виде линейной суммы прямой я смогу разложить пространство, взяв в нем какой-то кусок в виде линейного многообразия. А здесь задача другая. Вот мне для анализа нужны свойства типа замкнутости кусков. Вот спрашивается, я беру бы какое-то Банахово пространство. Давайте напишу. Не просто Лен-2. Банахово пространство. Тоже замечательный класс. В нем взял подпространство М1. Найдется ли какой-то кусок его дополняющий? Что говорит ваша интуиция? Вот Дмитрий молчит? Да. А я молчу. Нет, вы молчите, а что? Интуиция скажет, что я не прав. Вы должны заботиться о своей интуиции, она правильно говорит. Вот понимаете, это оказывается не так. И вот я сейчас оставлю такую табличку на доске, потом я все сотру и доказываю теорему. Вот есть у меня мир Банаховых пространств, и есть мир Гильбертовых пространств. Вот проблема дополняемости. Здесь ответ отрицательный, здесь положительный. Существование счетного базиса в сепарабельном пространстве. Здесь ответ такой, здесь ответ такой. Причем вот этот ответ отрицательный, он интересен по двум причинам. У Банаха была интуиция почти как у Дмитрия.
безошибочная связка, можно сказать. Но вот здесь Банах считал, что в любом сепарабельном пространстве счетный базис есть. Базис Шаудера. То есть такая счетная система элементов, по которой единственным образом раскладывается в ряд любой элемент данного пространства. И вот только в 72 году, ну это вообще, как вы понимаете, по сравнению с той математикой, которую вот это во многих разделах изучали, это, можно сказать, новейшее время. Шведский математик Пер Энсло доказал, он до сих пор живой, тоже очень колоритный парень, он концертный музыкант, он доказывающий теоремы, причем непростые некие, тут его был звездный час тогда. Он просто построил пример сепарабельного банахового пространства, в котором нет базиса Шаудера. Если захотите, я вам напишу. Вы легко можете сами найти эту работу. Вы знаете систему matnet.ru? matnet.ru. Ну, сначала была когда-то родоначальница этой нашей системы, идейной родоначальница немецкой системы matnet. Вот. Это система совершенно замечательная, где практически полный корпус оцифрованных наших математических журналов, наших именно. Например, матсборник, начиная с его создания в середине 19 века, там сидит. Ни больше, ни меньше. И если вы наберете там в авторской графе Per N Flo, то вам вот выдастся ссылка на сборник переводов математика, который сдавали до 1973 года, включительно под редакцией Сергея Петровича Новикова. И там у него стоит работа напечатана. Это к тому, как вот надо искать нужные материалы. Но, к сожалению, это относится только к нашей системе издательской. Ну, хорошо. Итак, вы уже понимаете. Потом я буду продолжать эту табличку. И, как вы понимаете, здесь будут появляться минусы, а здесь плюсы. И вот объясняется это одним. В евклидовых пространствах очень правильные законы. Вот эта норма, порожденная скалярным произведением, она вот каким-то образом исключает все такие неправильности. И это чудеса, конечно, правда? Все. Сходу не очевидно, это по крайней мере. Еще раз? Вы говорите, что это чудеса, я говорю, да, сходу не очевидно. Что, вот это второй минус? Ну. Не, ну не то, что сходу не очевидно, еще раз говорю. Банах поставил эту задачу в 30-е годы. 40 лет это было неочевидно. Это очень трудно оказался факт для понимания, тем более, что мозги у всех были направлены не в ту сторону. И вот в то время, когда Банах и его ученики собирались там в одной харчевне с шотландским названием, у них была шотландская тетрадь в клетку, куда они задачи записывали. Если задача им нравилась, они назначали сразу приз за решение этой задачи. Вот за эту задачу был обещан живой гусь. И в 1973 году Энсло приехал в Варшаву, и его мазур, один из осколков этой школы Банах, его ученик уже старенький тогда, он вручил торжественно гуся в кордене. И есть фотография, где счастливый мазур, счастливый гусь, счастливый Пер Энсло. Так, я, значит, оформлю следующим это все образом. Вот условия теоремы. Все остальное я стираю. Остается только теорему доказать. Вот пока стираю, опять же скажу, понимаете, если мы живем в мире гильбертовых пространств по книге Колмогоров Амин, то у нас там есть счетный базис, потому что он сепарабельный, и будет работа довольно такая простая. Взяли кусок базиса, относящийся к кэм, потом взяли дополняющий кусок. Вот. Ну, прозрачность это какая-то есть. Вот когда базиса нет, что? Это правда. Правильно. Так. Это я тоже сотру, потому что мы уже привыкли, что это чудо из чудес. Вообще можно было бы составить такой список на манер греческого. Там было 7 чудес древнего мира, как вы знаете. А здесь оставить на список, скажем, 7 чудес функционального анализа. Тут многое зависит от школы, вкусов, симпатий. Но это интересно, потому что
На самом деле, я не совсем шучу, вот такие какие-то топ-списки теорем функционального анализа, топ-3, топ-5 и так далее, они издавна составлялись. Теорема вот о проекции входит во все такие списки. Хоть 3, хоть 5, хоть 7. Понятно. Некоторыми другими мы тоже познакомимся. Теорема Ханна-Банаха, теорема Банаха-Шатенгауза и так далее. Вот тут мел какой-то сырой, подождите, я сейчас буду иногда озираться в поисках. А, вот, есть и такие привычки. Здорово. Эвристика. Представьте себе картину мира следующим образом. Нет, это эвристика, это совершенно безответственное дело. Ну, можно вот слово эвристика. Безответственное дело. Слово происхождение эвристика вы хоть знаете? Эврика это просто нашел, это восклицание. А это от него производное, конечно. Это неясная наука о том, как получать результаты, не умея их доказывать. Нет, эвристика, на самом деле, если говорить серьезно всегда, это какие-то вводные, предваряющие серьезную работу, замечания, рассуждения, подсказывающие, как примерно это по-настоящему сделать. Например, вы говорите, нужно выкопать, я не знаю, клад капитана Флинта. Эвристика. Надо сначала раздобыть или соорудить лопату. Логично? Ну все. Так вот, эвристика. Значит, тут вокруг простирается пространство H. Вот я беру какой-то произвольный элемент H и его раскладываю в прямую сумму, вот даже нарисовал прямоугольный треугольничек. Это его, вот сюда проекция, правда? Ну и дополняющий кусок. Вот если я научусь любой вектор так раскладывать, то и получу на самом деле утверждение теоремы. Вопрос, как получить это разложение. Опять-таки, если базис есть, все понятно. А если базиса нет? Все помрачнели. Лем. Что? Нет, это не похоже на лемму почти перпендикуляре. У Андерсона есть сказка, но имеется Луганск христиан, Соловей Розы, там императору китайскому приходит посылка от императора японского, где сидит механический соловей, а у него был такой нормальный, живой, и короткая приписка. Соловей императора китайского жалок в сравнении с соловьем императора японского. Лемма почти перпендикуляре. Мало что стоит по сравнению с такой теоремой. Какой-то эпсилон, какой-то, ну что, в самом деле. Ну, я шучу, конечно. Все-таки эта лемма тоже банаховское наследие, так что все интересно. Потому что там безумно интересно то, что мы, не имея углов, перпендикуляров, что-то в этом роде делаем. Но тут является новое понятие, определение. Элемент наилучшего приближения. Вот с точки зрения такой прикладной всякой науки про сигналы, шумы и прочее, прочее, вот все, такие фундаментальные вещи. Ну, вот представь себе, что я беру смартфон. Я смартфон. Вот я его как-то так поместил в пространство. Ну, такая коробочка, прямоугольная. Вот как подобрать такое, конечно, мерное пространство, которое в каком-то смысле позволяет его приличным образом приближать. Всю коробочку. Ну, то понятное дело, что надо, бросив в пространство смартфон, соорудить тут вокруг какие-то пространства, на которых бы он лежал вот так, правда? Ну, вот, в принципе, в пространстве Евклидом, если есть вот такая конструкция, то надо просто брать при наличии, скажем, базиса по формуле сумма H Еката, Еката, где Еката, ну базис в этом пространстве. В.
Вот это ваше знаменитое минимальное свойство коэффициента Фурье, оно на самом деле означает, что находить вот приближающий элемент хорошо, очень просто, если у вас есть запас в виде вот этой базисной системы ортонормированной. Прям готовые формулы есть. Если вы, например, в пространстве непрерывных функций будете искать хорошо приближающие непрерывные функции многочлен, вы замучаетесь. У вас были, правда, теоремы такие, сложным образом полученные. Сначала из рядов Фурье вы получали фурьеровские суммы. Они равномерно сходились для непрерывных периодических функций. Потом это полиномов тригонометрических вы переходили к алгебраическим и тоже что-то получали. Хотя, ну, вот я не помню, честно говоря, я вам формулу Бернштейна дарил. Ну, судя по лицам, не дарил. Подарок дня. Представьте себе, ну, мне проще написать формулу только для С0,1, где, собственно говоря, это и было придумано. Но Бернштейн Сергей Натанович – это наш академик, и дореволюционный академик, и послереволюционный академик. Он занимался теорией функций, теорией приближений, но многими вещами. У него, в частности, было вероятностное чувство развито, как у многих представителей питерской школы. Так вот, я беру функцию f отсюда. И хочу реализовать теорему Вейерстрасса, но как-то формульно. Вот можно ли сразу найти, написать последовательность многочленов, которые равномерно сходятся с функцией f? Ответ. Теорема Бернштейна. Если я рассмотрю полиномы p над x вот такого вида, сумма по k от 0 до n, c из n по k, ну, комбинаторно мыслящие люди могут написать вот эту сумму, но я всегда буду писать c из n по k, если про x в степени k, 1 минус x в степени n минус k, умножить на f от k поделить на n. Значит, берется равномерное разбиение отрезка 0,1 с шагом 1n. Берутся вот такие значения. Ну вот. Вот чудо. Вот если бы вот здесь этого не было, это было бы просто то здесь равно x плюс 1 минус x в степени n, то есть то здесь равно единице. А сейчас вот мы каждому слагаемому в этом разбиении единицы повесили свой коэффициент, и получилось последовательность. На языке гипергеометрических распределений вероятностных это сходимость вероятности. Вам это рассказывали вероятности? А? Теорему Бернштейна там упоминали? Нет, подождите, Михаил, вот не говорите за всех, нет. Говорите тихо и вкрадчиво. Нет, мне лично не рассказывали. Потому что вот здесь сидят люди, которые энергично кивают головой. Надо было правильную сторону выбирать. Там, где рассказывали. Ну, в общем, это посмотрите сами. Вот в любой книжке по теории вероятности, хорошей, старой, это все написано. И вот мы когда-то в кванте обсуждали. Вот хорошо бы детям это тоже как-то рассказать. Но там, на самом деле, вот некоторые технические вещи, связанные с равномерной сходимостью. И Владимир Михайлович Тихомиров напечатал там статью, но она такая... Все-таки не вполне школьный получился. Ну ладно. Вы уже взрослые люди, прочитайте. Все, подарок я стираю. Ну, как, правда, красиво. Кто-то замену потом сделать на отрезок АБ, произвольно переселиться, ну, всякий сумеет. Но я не мог здесь, честно говоря, удержаться. Так, возвращаюсь к этому понятию. Значит, пусть Е нормированное пространство, n в Е просто множество. Есть элемент и x, ну хорошо, h у меня не одно, а на x. X элемент y из m называется элементом для x в n, если
Вот это расстояние, оно же норма разности. Равно расстоянию от х до м. Вот смотрите картинку. Вот здесь на евклидовой доске я опустил перпендикуляр. Возникает вопрос, существует ли, сколько их и так далее. Вот лемма, которая сейчас у нас будет, и которая предвосхищает вот этот теорем, будет говорить следующее. Пусть аж Гильбертово пространство, М ваш собственное подпространство. Ну, можно даже убрать, просто подпространство. Тогда для любого, сейчас я вот посмотрю только свои обозначения, чтобы тут вас не дурить лишними блужданиями. Да, хорошо. По сравнению с тем определением, здесь я сейчас x на h все-таки заменю. Ну, потому что здесь вот хочется, конечно, пару сохранить. Это же большое, это скопление h маленьких, правда? И вместо y теперь будет x. Существует, например, единственный элемент x из m такой, что x – элемент наилучшего приближения. Ну, расшифрую еще раз. Норма h минус x равняется расстоянию от h до m. Хорошо. Вот беда в том, опять же, что в произвольном банковом пространстве все может нарушаться. Дело в том, что в бесконечном мерном пространстве всегда вот главный корень зол, проблем и всего остального плохого – это отсутствие свойства компактности сферы. А вот в Гильбертовом случае, несмотря на то, что сфера не является компактным, вот некая правильность нормы, она эти проблемы в каком-то смысле нивелирует, съедает, берет на себя. Вот представьте себе, что мы живем в пространстве R2 с метрикой, ну скажем, бесконечности. Если я сижу вот в этой точке и начинаю раздувать окружности, это будут вот такие квадратики. И если я ищу для... Ну, давайте я нарисую, а то будет не очень понятно. Значит, мир R2 с метрикой бесконечности. То есть норма x объявляется максимум из чисел модуль x1, модуль x2. Вот у меня m, вот это прямая. Я сижу в этой точке h, вот такой, и хочу найти элемент наилучшего приближения. Как это получается? Я беру, начинаю мыльные пузыри пускать, раздувая вот эти сферы. И вот в какой-то момент у меня вот эта сфера усядется на этот m, и все, весь этот отрезок будет состоять из элементов наилучшего приближения. От каждого из этих элементов расстояние до элемента h будет одинаковым. Согласны? Не буду пугать вас историями о том, когда вообще элемента наилучшего приближения нет. Вот в Гильбертовом случае он есть, и он один. Сразу к этому, с учетом того, что вот на семинаре меня спрашивал в среду, там есть такая задача со звездочкой, 5-2, замечание. Задание номер 5-2 со звездочкой задач требует понимания справедливости такого утверждения. В лемме об элементе наилучшего приближения в качестве m, я не случайно давал определение для произвольного множества, в качестве m можно брать произвольное, не пустое, замкнутое, выпуклое, ну, например, ограниченное даже, хотя это и не обязательно. Вот все доказательство, которое мы сейчас проведем, будет проходить для чего-то типа эллипсоида. Замкнутый, выпуклый, вот такой. Вот все равно там найдется элемент наилучшего приближения. Правильно? Стираю все.
Начинаем доказывать лемму. Где можно доказывать лемму? Я сотру определение. Оно слишком простое и понятно. Я сотру замечание. Значит, мне надо доказывать вот на таком куске пространства до сна. Давайте вспомним, это я обращаюсь к 26-й группе. Как мы доказывали вот это утверждение, задачу 5.2? С чего мы начинали? Дмитрий. Сейчас. Что? Так, братцы, вот Дмитрий говорит, давайте начнем с единственности. Если бы мы были на первом курсе, это было бы сочтено признаком некого дурновкусия. Мы еще не доказали существование, а уже доказываем единственность. Во-первых, так можно далеко зайти, если не аккуратно рассуждать. А во-вторых, вообще непонятно, с чего это начинает. Вот как вы думаете, почему удобно начать, хотя это не единственная возможность, но почему удобно в данном случае, скажем, начать с единственности? Ваша точка зрения. Еще один живой классик. Ну, второй живой классик – это интуиция Дмитрия. А тут вы сами по себе. Да, правда. Это один из доводов. Не только легче доказать, но в этом более простом доказательстве могут содержаться элементы, очень полезные, ключевые, для доказательства существования. Вот в чем штука. Я честно воспроизвожу то, что мы нашли в своих поисках в среду. Доказательство леммы. Первое. Сначала докажем единственность. То есть мы предположим, что есть два, ну скажем, x1, x2, два элемента наилучшего приближения, ну, равные пусть сразу, но и приведем к какому-то противоречию. Чисто техническая работа. Значит, где мы работаем сейчас? Так, вот забыл опять, как вас зовут? Какое скептическое начало для меня воплощать, разумно? Меня? Андрей. Хорошо, мы где работаем сейчас? В теореме и в лемме. Ну, в лемме мы работаем Гильбертом. Да, нет, совершенно безобидный вопрос. Мы работаем в Гильбертом пространстве. А в Гильбертом пространстве чем характеризуется тамошняя жизнь? А наличие скалярного произведения чем характеризуется? Не слышу. Так. Опять, вот это пережитки прошлого, базис. Бывают Гильбертово пространство, в принципе, несепарабельные, базиса там счетного нет. А с несчетным базисом вас общаться заставлять я не смогу, это аморально. Что заменяет отсутствующий базис, которого вообще нет? Дмитрий? Равенство при Лагранже. Я вот, самая главная моя цель в этом кусочке, внушить вам то, что равенство программы – это панацея. Ну, вы знаете, в одной сказке Киплинга из старой английской жизни, там парень лет 18 приходит к деревенской колдуне и говорит, что вот есть девушка, которая на него не обращает внимания. Как я смотрю, говорит этот парень, как я смотрю на облако или гору, так смотрит она на меня. Ну, бесстрастно. Ну, колдунья что-то там пошептала, ушла в кладовку, приняла какую-то склянку и сказала, это настойка чабреца. Я слышала, что она помогает от всего, от всех проблем, кроме какой-то одной из двух. То ли разбитой шеи, то ли разбитого сердца, то ли сломанной шеи. Не помню, от чего именно не помогает. Ну, дескать, попробуй. Это панацея уж. Если она им поможет, это панацея, то я не знаю, что делать. Вот в этом смысле я здесь панацея. Помогает от всего, кроме сломанной шеи. Напишем равенство параллелограмма где-то сбоку, потому что, как показалось в среду,
если мы не знаем разницу программы в явно записанном виде, нам трудно что-то творить. Напишу так. Вроде правильно написал. Вот, да, я напишу сразу в том виде, какой мне нужно. Я в качестве А здесь возьму. Х1 минус Х2, а в качестве Б, ну, Х2, Х1 плюс Х2. Вот так неожиданно. Что у меня тогда получится? Складываю А и Б. 2 Х1. Так, что-то не то у меня. Что мне надо? Я правильно выбрал А и Б? Да, ой, все. Вот. Я же говорю, что тут есть масса технических ловушек. Значит, надо включить в игру H. И чего? Не расписать. Не расписать, а ввести два элемента. Значит, А – это H минус Х1, это он его хорошо приближает. И Б – это хорошо приближающий H, элемент Х2. И сейчас все пойдет как по маслу. Ладно, давайте маленький перерыв. Значит, взяли вот такие элементы, сейчас до них напишу это раньше, тогда все будет по мне понятно. Норма 2H минус Х1 минус Х2 в квадрате. Вот здесь хитрое дело, потом, когда я буду вычитать, аши сократятся, ага, х1 минус х2 в квадрате равняется 2 а минус х1 в квадрате плюс 2 аш минус х2 в квадрате. Так, теперь давайте думать, значит, два элемента наилучшего приближения. Вот если я обозначу буквой D расстояние от H до вот этого подпространства M, которое выпуклое, Юрий, я все теперь буду вам напоминать, что M, конечно, выпуклое. Почему не реагировать? Вы до сих пор думаете, что бывает не выпуклое пространство? Ну все так, вы радостно кивнули. Так вот, если я через D обозначу вот это расстояние, то вот здесь стоит D квадрат, и здесь стоит D квадрат, правда? Прекрасно. Единственное, да? Ну, хорошо. Что тут можно написать еще? Вот то, что вот здесь слева, это можно написать так, 4, норма, H, минус полусумма, x1 плюс x2 пополам. Вот она, выпуклость в упрощенном виде. x1 из m, x2 из m. Полусумма тоже m. Выпуклость. Значит, вот это расстояние в квадрате, вот такое отдельно взятое, все, 4 штуки, оно больше или равно, чем 4d квадрат. И значит, если я вот сейчас перенесу это в правую часть и напишу тождество, x1 минус x2 в квадрате равняется 4d квадрат минус вот это, меньше либо равно, чем минус 4d квадрат. Правильно? Добавлю вот так, минус 4d квадрат равняется 0. А я предположил, что это все строго больше 0, ну потому что они разные. Ну и ясное дело, получаю противоречие. И вот сейчас я на ваших глазах, просто слегка изменив некоторые индексы, получу доказательство существования элемента наилучшего приближения. Так. Могу стереть лемму и мало что еще. Часть вторая. Значит, доказательство теоремы. 4,3. Взял произвольный H.
ваш большом. Дальше-то что? Вот как подключить сюда лемму? О! Что? Виноват. Вот. Я чувствую, что черт-то как-то я вот. Так, круг два. Значит, сначала второе. Существование элемента наилучшего пробежания в лемме, как говорит Дмитрий. Вот за основу берется определение расстояния. Раз d равняется точной нижней грани норм равности h минус x, когда x бегает по m большое, то это равносильно тому, что существует xn все из m при любом n такая, что норма равности h минус xn имеет своим пределом вот это самое число d, расстояние между h и подпространством. Я вот говорил эту фразу, повторю сейчас еще раз. Вот смотрите, у нас получается, что в пределе xn сидят на сфере с центром в точке. Радиуса d маленькая. Мы хотим доказать сходимость этой потенции. Это значит, что они вот не просто сидят на этой сфере, а склеиваются, слипаются, сближаются и так далее. Правда? Ну, как можно доказывать, что какая-то потенция сходится, если мы про нее ничего не знаем? Критерий Каши. Фундаментальность. Покажем, что xn сходится к элементу наилучшего пробежения. К x. А xn фундаментально. И вот здесь как раз мне один в один пригодится то, что вот здесь было написано. Вот смотрите. Я сейчас взял вот такие два элемента А и Б. Значит, здесь xn, здесь xm, здесь xn, здесь xm, здесь xn, здесь xm. Что я про это все знаю? Мне, как всегда, надо вот это оценивать. Значит, вот здесь я напишу xn минус xm в квадрате. Ну, равняется вот это плюс вот это минус вот это. Вот что касается вот этой части, она по-прежнему будет меньше либо равна минус 4d квадрат. Там, где из h мы полусумму x1, xn плюс xm вычитаем. А вот с этими тут все получается вот как. Раз это стремится к d, значит, для любого эпсилона больше нуля найдется номер n большое, за которым при любом n маленьком и m маленьком норма такой разности, xn минус h, плохо, порядок не надо менять, в квадрате будет меньше, чем d квадрат плюс ε. Вот если чуть-чуть увеличу, то уже туда можно влезть. Правда же? Это значит, что здесь я могу написать, что это все будет меньше, чем 4d квадрат плюс 2ε. Вот из этого всего пришедшего. И 4d квадрат сократится, 2ε останется, ε произвольной малости. Это и есть фундаментальность. Смотри, все, получилось? Да. Ну, по сути, ничего нового не придумали. Следующий пункт. Да. Вот понимаете, в данном случае, казалось бы, это оскорбление, что я ничего нового не придумал. Я именно к этому и стремился. Так я бы об этом же говорю. Вот я говорю, что с помощью вот этой моей общей мысли, что единственность поможет нам в доказательстве существования, я просто такой учебный пример явил. И если честно, это бывает достаточно типичная ситуация. Просто вгрызание в более простую часть задачи единственность позволяет понять взаимосвязи элементов и прочее, прочее. Бывает. Так, стираю все. Значит, после этого получилось, что у нас xn сходится. Ясное дело, что если это стремится к d, и xn сходится, то это будет стремиться к h минус x. Ну, двух пределов не бывает. Значит, x – элемент наилучшего пробежания.
класс, как вы говорите. Это не я сказал, это вы сказали, что это класс. Я согласен. Так. Все? Понятно. Вы начали кивать раньше времени, я сказал, все? Вы кивнули, я говорю, все понятно? После этого тоже надо кивать. Так, лемму доказали. Вообще вот в работе с доской есть разные стили. Вот я хорошо знал одного замечательного математика, Андрея Викторовича Гончара, специалиста замечательного по теории приближений в комплексном анализе. Вот, ну скажем, Владимир Генрихович, который вам читает комплексный анализ, он из этой школы, как раз в широком смысле. Вот. Это рациональные аппроксимации и все прочие механизмы приближения. Так вот, Андрей Александрович, когда читал лекции, он не спишет доску, и надо совершенно хаотично. Потом отойдет метра на два, обведет такими контурами, линиями, то, что хочет сохранить, и сотрет все остальное. Образуются такие запретные островки, на которых ценная информация осталась. Потом покрывает письменами свободную часть доски, потом опять отходит метра на три и так далее. И в результате все время понятно, что было, что сейчас происходит, и ценные вещи как-то вот сопровождают нас в течение всего доказательства. Это один из многих стилей. Но... Что? Его удобно понимать, Михаил, но вы все время принижаете мои значения и роль моих историй, конспектируете. Вторичные какие-то слова произносите. Вот. Возвращаюсь к теореме. Так, значит, говорите, да, я вот раньше время забирал. Доказательство теоремы 4.3. Мне надо показать, что любой элементаж, какой бы я тут ни взял, можно представить в виде x отсюда и y отсюда. Правда? Причем единственным образом. Ну, картинка уже нам подсказывает. Y – это кто? Или лучше, x – это кто? Значит, пишу. Для любого h, из h большого, по лемме, о в элементе наилучшего приближения существует, и при том единственный элемент x из m такой, что норма h минус x равняется расстоянию от h до нашего m. Совершенно насильственным образом говорю, рассмотрим элемент y равный h минус x. Покажем, что y принадлежит аннулятору m. Логично? Вы рано приняли нерабочую позу. Это поза для меня. Вы сейчас мне докажете самостоятельно, почему этот y принадлежит аннулятору m. Почему y ортогонален любому элементу из нашего m. Я не обещаю, что это будет совсем устная прогулка. Прогулка называется устная, если можно не конспектировать. Значит, еще раз, мы договорились с вами, что у нас вещественное пространство, так что вот можете, если где будете какие-то скалярные произведения раскрывать, ни о чем не думать. Х, Y равняется Y, X. Так, все? Я вас нагрудил.
Если нужна будет небольшая подсказка, я ее с удовольствием выдам. Но только тем, кто заинтересован в этой подсказке. Остальные могут не слушать. Подсказка. Помните, мы на семинаре, это я обращаюсь в 26-й группе, а к остальным обращаюсь вообще. Помните, мы на семинаре в 26-й группе обсуждали разные доказательства неравенства Каши, Банюковского, Шварца. В частности, вот упоминали самое древнее для вас и самое естественное для первого курса. Вот это с вариацией доказательств, когда вводится параметр произвольный, и там квадратный трехчлен возникает и так далее, и так далее. Все. Вот не надо бояться вводить какие-то параметры. Вообще это был стиль во многом даже вот греческой математики такой. Потом это как-то все было не то что утрачено, но вообще геометрией как-то меньше стали заниматься. Имеется в виду вот стилистически именно. В Австрии в одном маленьком городке, я помню, сфотографировал табличку на доме. Ну, средневековый такой город, Мёдлинг в окрестностях Вены, предгорье Альп. Табличка на доме: здесь живет геометр. Мне очень понравилось. Что означало слово геометр в этом контексте, я, честно говоря, не знаю даже. Но было забавно. Я ждал от вас понятного доказательства. В чем идея? Идея, если взять текст, который скалярное определение положительно, то я отступить от... Нет, подождите, стоп. Вот маловероятно, что... Понимаете, пока вы предлагаете бизнес-план, то есть финансирование, сотрудники, помещение, вот, техническое пока я... Вся стадия не просматривается. Вот давайте попробуем так. Значит, еще раз. Что у нас собой представляет x? Это реализация вот этого расстояния d. Ну, вот я, как всегда, напишу квадраты, потому что это мы уже знаем, мы понятнее. Пишем. D квадрат есть норма h минус x в квадрате. И вот если я добавлю здесь к этой h минус x вот такой блок. Z это кто-то из m. Альфа, вещественный вариант, это какое-то число. Я сейчас вот возмущение имеющегося буду проводить сразу по двум направлениям. И вектор какой-то добавлю, и еще двигать его буду туда-сюда, по длине. Ну, хорошо. В квадрате. Дальше что? Вот горестно кто-то говорит, что надо раскрыть скобки и все поперемножать. Хорошее дело. Давайте мысленно раскрываем скобки. Значит, я две группы выделяю. H и все остальное относящееся к M. Значит, у меня получается... Вот у нас длина, оговорился. H минус X, да, и вот это. Значит, сначала получается d квадрат, потом минус 2 альфа, h минус x, запятая z, правильно? Плюс альфа квадрат, норма z квадрат. И все это больше проблем, чем d квадрат, да? Или если это унести налево, здесь отставить, получится 2 альфа, h минус x, запятая z, не превосходит альфа квадрат норма z квадрат. Ну и понятное дело, что если я буду выбирать значение альфа и плюс эпсилон, и минус эпсилон, я получу двустороннюю оценку вида 2 эпсилон h минус x запятая z
не превосходит эпсилон квадрат на норму z квадрат. Понятно. А тут происходит реляционное событие. Вот, грубо говоря, игра строится на том, что при малом эпсилон обе части малы. Но, как говорил Суворова, кто-то мельче. Эпсилон квадрат меньше, чем эпсилон. Так ведь? И вот если я здесь, в этом неравенстве, зафиксирую z, а эпсилон стремлю к нулю, то у меня это побежит к нулю при любом фиксированном z. И значит, отсюда получится в пределе, что вот это скалярное произведение равно нулю. Уже не какое-то стремление, а просто равно нулю. Нет. Что непонятно? Давайте аккуратно провожу момент. Подождите. Вот это понятно? Это понятно? Вот это переход. Вот сначала беру альфа равную эпсилону и переписываю. Потом беру альфа равную минус эпсилон. И тогда вот это уносится сюда, и получается неравенство двойное уже другое. Кто положительный? Подождите. Нет, нет, конечно. Вот еще раз я говорю. Хорошо, давайте так. Первый вариант. Альфа равно эпсилон. 2 эпсилон скалярное произведение h минус x запятая z не превосходит эпсилон квадрат на норму z квадрат. Второй вариант. Альфа равняется минус эпсилон. Минус 2 эпсилон. Тот же h минус x на... Все время что-то z забываю. А, так. Не превосходит эпсилон квадрат на норму z квадрат. Вот это я внесу сюда, а это я внесу сюда. И получаю вот это. Но я думаю, что вы 100 раз в своей жизни уже это проделали. Да не говорят так, говорит, но просто я думаю, что это вы такие вещи угадываете. И вот после этого я сократил на эпсилон, z зафиксировал, эпсилон пошел к нулю, значит, слева стоит 0. То есть для любого z h минус x ортогонально z. Что и требовалось. Ну а дальше уже все. Единственное предложение очевидно. Вот вопрос к вам. Я специально сажусь, потому что дело ответственное. Мы потребовали в условии теоремы, чтобы m было под пространством, замкнутым топологически. Линейное многообразие, видимо, брать нельзя. Вопрос, где мы существенно использовали замкнутость d? Михаил, вот на уровне пожеланий, что значит нам нужно? Я спрашиваю, где мы использовали? Во-первых, в лемме или в теореме? Нет, у нас есть теорема проекции, а лемма – осуществление элемента наилучшего приближения. Ну, в общем, просто в лемме. Так. Вот этот x, который существует из-за полноты, он еще должен лежать в лемме. Все. Вот смотрите, на самом деле, специально я пропустил этот важный момент. В лемме о существовании элемента наилучшего приближения. Вот ввели мы тогда обозначение d равняется расстоянию от h до m. В принципе, возможны два варианта. d равняется нулю и d больше нуля. Вот все, что мы потом делали, относилось к случаю d больше нуля. А вот если d равняется нулю, то значит расстояние от h до m равно нулю, значит по определению замкнутости h принадлежит m. И тут все понятно, и существование, и все остальное. То есть вот реально по D разделяются на две дороги наши доказательства. И вот в первом случае, когда D равняется нулю, существенность этого, вот на простом примере, хотя это не Гильбертов случай, семейство всех непрерывных функций, C01, скажем, и взял полиномы линейное многообразие. Вот найти элемент наилучшего приближения для произвольной функции в многообразие полиномов невозможно, потому что расстояние равно нулю, теорема Вейерстрасса. Для любой функции, понимаете? Для любой. Это вот показывает роль вот этого ограничителя замкнутости. Так, теорему доказали. Значит, теперь что еще хотелось сделать? Сколько у меня времени там?
15 минут. Прекрасно. Могу все стереть? Да. Потому что это самое ответственное дело. Ну, картину местности нужно оставить пока. Напоминает какие-нибудь рисунки из скандинавской мифологии, но это другая история. Здесь все эти, вот эти упражнения про аннуляторы, они тривиальны, поэтому я не боюсь оставить вас наедине с ними. Значит, кусок разговора. Геометрия сепарабельного Гильбертова пространства. Значит, есть сепарабельное Гильбертово пространство H. Пусть N – это какая-то от единицы до бесконечности ортонормированная система ваша. Ну, понятно, что такое ортонормированная система. То есть скалярный z равняется символ Кронекера. Ноль, если равные индексы, и единицы, если совпадающие. Теорема основная. Частично вам известна, частично не очень понятна. Теорема 4.4. Значит, пусть H вот такое, это уже часть теоремы. N – это нормированная система. Так, сейчас, подождите, я сначала напишу. Тогда следующее утверждение равносильно. Первое. Ен базис. Так, сейчас я посмотрю, в каком у меня порядке. Это занумеровано. Понял. Ну, хорошо. Четвертое, вот, хоть и мелкое, но важное. Аннулятор системы N тривиален. Это нулевое многообразие. Вот такая теорема. Значит, к этой теореме надо относиться как к чему-то очень простому, но понимать, какие два элемента технических являются основой этого доказательства. Два основных технических элемента. Доказательства. Первое. Это так называемое тождество, ну и называемое тождество звездочка. Норма равности x минус сумма x en en в квадрате равняется норме x в квадрат минус сумма x и n. И второе, что еще, как вы думаете? Я не формулу его запишу, а как-то иначе. Минимальное свойство. Свойство коэффициента Фурье. Вот теперь давайте обсуждать все. И доказательства, и все остальное. Про элементы пока забыли. Во-первых, откуда берутся ряды Фурье? Если я взял систему N ортонормированную и предположил, что какой-то элемент X есть сумма альфа n en, альфа n это из поля скаляров элемент, то умножая скалярно обе части на якаты, вот в такой равности
от 1 до n. И потом устремляю к пределу n, n к бесконечности. Я прихожу к формуле, что альфа ската есть x e ката. Это то, с чего когда-то вы начали изучение тригонометрических рядов Фурье. Первое утверждение звучало так. Равномерно сходящийся тригонометрический ряд является рядом Фурье своей суммы. То есть, если ряд равномерно сходится, ряд вида нулевой пополам плюс f ката косинус kx плюс b ката синус kx и f от x его сумма, то акаты связаны с этой суммой f от x с соответствующими формулами Фурье. Акаты 1 на π поделить интеграл от минус π до π f от x косинус kx dx, а b ката 1 на π интеграл от минус π до π синус kx. За пальцем следите, хоть я пишу для вас справа налево, но тем не менее. Вы это все знаете просто. Должны знать. Что? Да нет, подождите, вот я о другом. Вот первое, что если по ортогональной системе у меня есть сходящийся ряд, то он является рядом Фурье своей суммы. Вот почему в этой теореме появляются только коэффициенты x и n. Вот это вступление просто. И поэтому здесь я это и пишу. Вот это оказывается очень просто. И в этом комплексном случае раскрываем скобки, все сокращаем, получаем этот. А вот здесь очень интересная вещь. Выясняется, что если я рассматриваю x минус сумма альфа n и n, вообще вот какую-то такую сумму от 1 до n, то наименьшим вот это значение будет в том случае, когда в качестве альфа n я беру коэффициенты Фурье. Это совершенно уже другое. Только здесь знак я мне какой-то больше равно n. Вот что такое полнота, во-первых? Полная система – это когда замыкание линейной оболочки совпадает со всем нашим пространством. Теорема Вейерстрасса – система степеней полна. Линейная оболочка – все полиномы, замыкание полиномов – есть все пространство. Так? Надо прекрасно понимать, что очевидным образом из 1 следует 2. Сейчас я начну рисовать карту мира, и вы все поймете. Вот вместо этой карты мира я нарисую новую, продвинутую. Значит, сепарабельная H. И тут взаимоотношения между вот этими пунктами 1, 2, 3, 4. Устроены следующим образом. И это очевидно. Потому что отрезки ряда Фурье, частные суммы, прекрасно приближают в силу сходимости ряда наш функцию. Вот это, сейчас поясним потом, будет следовать 2 и 3 равносильны, или 1 и 3, лучше даже 1 и 3. Это тоже со звездочкой. Ну, а вот к чему прикрутить 4, я пока не знаю. Пока ограничусь вот этим. Давайте посмотрим. Вот это вы умеете доказывать? Доказывается совершенно элементарно. Надо рассмотреть опять-таки квадрат, раскрыть скобки, включить туда насильственным образом вот таких коэффициентов, добавить и вычесть, выделить полный квадрат и все. Вы это проделывали. И я к этому апеллирую. Вот если такое свойство есть, то автоматически уже из полноты получается 1. 1 и 3 – это тоже звездочка, это видно вот здесь просто. Если у меня есть равенство Парсеваля, что здесь 0, то и здесь 0. Если здесь 0, то и там 0. Все. Позвольте, уточню, у нас, конечно, сумма пока конечная, да? 0. Да, сразу виноват, не написал. Нет, не просто, просто это имеется в виду. Так вот. Если это стремится к нулю, теперь я чуточку варьирую свою речь. Если это стремится к нулю, то это стремится к нулю, это стремится к нулю, то стремится к нулю. Все. Виноват. Конечно, надо было все-таки сейчас сумму написать. Теперь остался только один вот этот несчастный пункт 4. Так, что скажет Катя?
к какому пункту 1, 2, 3 нам прикрутить пункт 4 и как сделать это максимально быстро и безболезненно? Я думаю, что к базису. Дима говорит, к базису. Вот очень вы... Вот... Вот давайте так, подсказка философическая. Предыдущая теорема какая была? 4-3. Как вы думаете, они случайно по соседству оказались или нет? А? На самом деле не случайно. Вот я как раз ради вот этого пункта. Значит, теорема 4-3. Что аннулятор? Вот берем вот эту систему Ен. Взял линейную оболочку. Взял замыкание. Взял ее аннулятор. Вот если Ен у меня является полной, виноват, вот так. Да, ну, уже невнимательно. Значит, если Ен у нас является полной, то вот здесь будет стоять H. Если здесь будет стоять H, то вот здесь будет вот такой аннулятор. А в силу тех упражнений, которые он писал, аннулятор что у этого, что просто у N, один и тот же. И вот это равенство сразу все доказывает. Но с помощью теоремы 4-3. Значит, вот, он писал один по другим, и в оригинале здесь идет теорема 4-3. Вот еще кто здесь фундаментальную роль играет, но только, правда, вот на этом этапе. Все. Что еще? Значит, есть совершенно замечательная теорема, иногда ее называют теоремой Рисо-Тиеса, как только ее называют, но смысл вот какой. Не надо путать с Фишера, с тем Фишером, который обыграл Спасского, и с тем Фрише, который у нас появится вскоре в теореме линейных установок. Значит, все сепарабельные Гильбертовы пространства заморжены. Почему? Ну, потому что если Гильбертовы пространства сепарабельные, я нахожу там ортонормированный базис, ну, беру просто плотное множество и счетный провожу ортогонализацию по Шмидту. У меня будет получаться все время сохранение свойства плотности. Ну и поскольку для заключительного этапа появится ортономерная система, если она является полной, то она будет являться и базис. Так что в любом сепарабельном пространстве я нахожу базис ортономерным счетом Ен. А элементарный факт, когда вот такой ряд сходится. Ответ. Тогда и только тогда, когда сумма альфа n в квадрате сходится. И вот это означает, что устанавливается реально полное во всем соответствие между h элементами и элементами вот этими коэффициентов Фурье. Х пробегает все пространство. Каждое пространство H я превращаю в пространство L2 маленькое. И вот есть два канонических варианта Гильбертова пространства сепарабельного. Это L2 маленькое, L2 большое. Ну, тут я вас отсылаю к Лебегу, к интегралу Лебега и к тому, что вам про это рассказывают. Я вот вам уже говорил, что вот в 20-е годы в каком-то смысле конкурировали две школы при создании квантовой механики. Школа Давида Гильберта, а точнее, это в основном были его ученики, они работали вот с L2 маленьким и бесконечными матрицами, всеми вот этими делами. А Феномен вот как раз сказал, что давайте, ребят, работать с L2 большим будет гораздо удобнее. Функции непрерывного аргумента вообще для человеческой головы представляют собой более приятный объект, нежели функции аргумента дискретно. Ну, грубо говоря, мне приятнее ходить по этому полу, а не прыгать. Я не буду прыгать, потому что это плохо кончится. Понятно? Все. Так. И значит, все они сепарабельные, ряд ходят. Вот все, что я хотел здесь вам рассказать. Пожалуй, я на этом сейчас вас начну отпускать. Значит, еще раз
в доказательстве всей вот этой схемы, там звездочка, минимальные свойства, и вот еще в этом нашем пункте с аннулятором, вот только чего как раз, скорее всего, не было у вас в курсе у Редкозубова, что аннулятор системы тривиальной, это вот как раз на самом деле теорема проекции. Теорема проекции вы не могли доказать в своем курсе матанализа, это немножко другой уровень развития вашего предполагает. А вот когда она появляется, вот она неожиданным образом даже дает такие продукты. Предугодится она ли нам этот факт или нет, увидим. Дмитрий, как ваша интуиция говорит, пригодится? Конечно. Конечно. Все. Спасибо.